Если муж изменяет жене, то есть он идет на грех, как бы я ни пыталась быть хорошей для него, он общается с другими девушками, как быть жене? Или делать просто вид, что не замечает все эти похождения мужа? Самое лучшее в исламе это, что жена не отвечает перед Аллахом за грехи мужа. Но его жалеть же надо. Поэтому, если она понимает, какой грех это, она должна преподнести ему это все, сохранить его от этого греха. И даже если надо, если нужна ему другая жена, поженить его. Даже есть такие тоже богобоязненные жены, сейчас ищут для своих мужей жен. Вот так она должна помогать мужу не грешить. А ее не касается то, что муж делает, просто наставлять можно. А что он с другими гуляет, что он это делает, то делает, она за это не ответит перед Аллахом. То есть она может быть спокойна? Она может быть спокойна и как может помочь мужу, чтобы он не грешил. Ну, это, наверное, сможет сделать только женщина, которая любит своего мужа ради Аллаха. Да, конечно. Только в этом случае.